Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Бармен Плей, и у вас, как обычно, прохождение Дред против смерти. Вот. Продолжаем мы сюжетную кампанию, и у нас Доки. Погнали! Не забывай подписываться на канал, ставить лайкосики, прожимать колокольчик и обязательно подписочка, ребят. Обязательно. Потому что 80% смотрят мои видосы без подписки, а это не очень хорошо. Так что жду ваши подписчики обязательно. Это Дред, центр прием. Дред, мы потеряли связь с отрядом пси-судей в доках сектора 13. Они шли по следу темных судей. Я найду их. Бросьте оружие, вы арестованы. Я есть закон. Ты связался с лучшими из департамента, урод. Бросай немедленно. Не двигаться, слизняк! Слушай, я тебя не верну! Ты отправляешься в долгое путешествие. Эй! Брось это, слизняк! Типа пока! Вы арестованы! Давай, отправь меня обратно в куб! Ты отправишься в тюрьму навсегда! Я бы на твоем месте не расслаблялся, судья! Так, все молчи. Так, здесь, ну, пожизненно! Чуваки! Мы выбросим ключ! Невероятно, Дред! А то! Так... Так, нужно, короче, как можно больше арестовывать. Хорошо! Чуваки! Есть законы! Ты арестован. Мир, ребята. Все там будем. Бросай немедленно. Типа пока. Мир, ребята. Ты отправляешься в тюрьму. 10 лет. Замели. Остаток своей земной жизни ты проведешь в Изакубе. Приговор 6 месяцев без права на 10 лет, преступник. Пожизненное заключение. Эй! Мам, все сидеть. Сами виноваты. Помогите! Так. Банда старт не сделает. Ноги врозь! Никто! Чего смотришь? Замри, пресс! Блин. Ты отправляешься в долгое путешествие. Ты отправишься в тюрьму навсегда. Вы блюдете честь мундира. Ты отправляешься в долгое путешествие. Я бы на твоем месте не бросить оружие. Судья. Типа пока.
Пожизненно. Мы выбросим ключ. Эй! Ну, кто еще хочет что-то? Спокойно, гражданин. Стоять, слизняк. Дрань. Пожизненное заключение. Что, обзываться будешь? Ноги врозь. Здесь мне не место. Пожизненно. Мы выбросим ключ. Эй! Ты отправляешься в долгое путешествие. Опа. Так, ну то, наверное, придется. Или даже больше еще проход-то нету. Бросить оружие! Петь, это не нарочно. На колени! Пожизненное заключение. Я бы на твоем месте не расслаблялся. Остаток своей земной жизни ты проведешь вызов. Ты отправляешься в долгое путешествие. Эй! Рикошетирующие. Ты отправишься в тюрьму навсегда. Так, это дробашек. Далее. Попробуем. Помогите! 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 Да молчите все. Гляди-ка, стой, судьи! Преступник! Бросить оружие. Остынь, никуда я не пойду. Мы выбросим ключ. Замели. Ты отправляешься в долгое путешествие. Я бы на твоем месте не расслаблялся. Невозможно противостоять закону и победить. Судья. Так, ну скот вниз. Чуваки! Помогите! Чуваки! Судьи! Бросай немедленно! Отправишься в тюрьму навсегда. Я распишу все стены. Пожизненно. Мы выбросим ключ. Больно, дяденька! Больно! Невероятно, Дред. Держись от меня подальше. Бомжара как-то тусуется, блин. Инфракрасные. Стандартные. Мое время еще не пришло. Тебя тоже вскоре осудят. Пятнадцать лет, слизняк. Я даю тебе... 3 месяца. Смерть идет к тебе. Вы арестованы. На пулемете к этому пригодится. Дред, кажется, вы нашли штаб культа смерти. Будьте осторожны. Бросить оружие. Так точно, центр. Пожизненное заключение. Придет царство смерти! Мы счетов не проверили.
Так, они убили нашего. Вот гады, блин. Стой, преступник! Замри, Брест! Придется тебе надеть наручники! Помогите! Приветствую, верные последователи! Я не русский! Руки за голову, слезняк! Блок, я не могу успеть вовремя. Придаст мне сил. Брось это, слизняк. Замри! Культ, блин. У нас, конечно, немного. Вот так и прикольно, красивенько. Не двигаться, слизняк! По-моему, пушка какая-то. На землю! Немедленно! На колени! Замри! Отступаем! Вы арестованы. Спокойно, гражданин. Охранник убит. Бросить оружие. Замри! Бежим! Пожизненно! Мы выбросим ключ! Так, хорошо. Это все выполнили. Это все подозрения надо будет забрать. Ты проведешь следующий год в исправительном доме. Придет царство смерти! Да уже не придет. Сейчас закончим с этим делом все. Ты отправляешься в тюрьму на 2 года. Я не подчинюсь тебе, беззаконие творящий. Я и закон. Если бы ты знала, детка бы.
Толыч нашел расследование. Делай сядь ко мне. Ты отправишься со мной живым или мертвым? Ноги врозь! Руки за голову, слизняк! Остаток своей земной жизни ты проведешь в Изакубе. Пожизненно мы выбросим ключ. Смерть идет к тебе. Так, тут ничего нету. Там попробуем, может вернуться, посмотреть. Прислушайся к своим чувствам. Так, надо поделяться. Ты знаешь, что смерть намного лучше жизни в этом грешном городе. Присоединяйся к нам и... Не в этой жизни, урод. Покричи, покричи, умеешь. Здесь что за комната была? Куда она ведет? Бросить оружие! Ты не смеешь! Бежим! Бежим! Ты отправишься в тюрьму навсегда! Ты отправишься со мной живым или мертвым? Да здравствует смерть! Бросай немедленно. Будь ты со мной арестован. Нежен. 15 лет без апелляции и получишь 5 лет пресс. Я не подчинюсь тебе, беззаконие творящий. Доки здоровый, доки ты мой. Ноги врозь. Ты отправляешься в долгое путешествие. Смерть ты отправишься в тюрьму тебе навсегда. Придет царство смерти. Ты отправляешься в долгое путешествие. Я не подчинюсь тебе, беззаконный творящий. Брось это, слизняк. Пять лет, слизняк! Эй! Ты отправляешься в тюрьму. 10 лет. Я представлю вас на повышение, Дред. Хорошо. Я как бы нельзя созашел. Так, пройти... Про ваших психсудей надо еще, да? Мир ярмарки. Один тут складный. У вас две цели, да? Так, ну тут придется возвращаться, я так понимаю. Так, ну тут ближе. Сейчас мы к нему зайдем.
Не двигаться, слизняк! Так, а что вы сделали? Так, а эти пропавшие все свои отрезали. Я так понимаю. Это я все сделал. Руки за голову, слизняк! А, понятно, дорогой, надо. Ну, типа сделали, чтобы взорвали. Путь к смерти, мое время. На землю, немедленно! Попался. Приговор 2 года. Смерть идет к тебе. Смерть. Решишь получить по руки за голову, слизняк, глупец. Десять лет, преступник. Ты отправишься в тюрьму навсегда. Я не подчинюсь тебе, беззаконие творящий. Приветствую вас, братья мои. Это я, Некрус, ваш верховный жрец. Наконец, судья смерть и его помощники на свободе. Так, ну теперь на тебя тряпчик судей. Сдавайся, пресс! Мое время еще не пришло. Пожизненно. Мы выбросим ключ. Смерть идет к тебе. Так, ну, наверное, как сюда. Стой, преступник! Так, а там что? Значит, нам вниз надо. Устроили там молебня, блин. А где пламенные? Так, аптечка у меня тут сработала супер. Заградительный огонь! Стоять, слизняк! Охранник, убей! Замри, прест! Ты
после масленицы. Похоже, темным судьям как-то удалось вернуться в физическую форму. Они сейчас должны быть на пике своих возможностей. Боюсь, это дело придется отложить, Дред. У нас проблемы в торговом центре Райдер. Вы нужны там как можно скорее. Вот такая миссия была бы. Довольно прикольная. Разобрались с культом. Впереди нас ждет 4 глава, и это будет впереди. Не прощаюсь. Всем пока-пока, до встречи. Все будет в следующей серии.